Гречка – моя самая любимая крупа, но порой мне надоедает ее просто варить и хочется какого-то разнообразия, в голову ничего не приходит, и поэтому я решила найти какой-нибудь новый рецепт. Традиционное сочетание продуктов может заиграть совсем по-другому, если немного поменять рецептуру. Например, я описала для вас, как приготовить гречку с грибами и сметаной, и мы будем это блюдо запекать. Я сама совсем недавно сделала такой гарнир, и он очень понравился всей моей семье. Будем готовить еще. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Гречку переберите, промойте и сварите в 200 мл подсоленной водой. Готовится крупа будет около 20 минут. Лук почистите и мелко нашинкуйте, разогрейте сковороду с оливковым маслом, обжарьте на ней лук до золотистого цвета. Грибы промойте под проточной водой, подсушите и произвольно нарежьте, добавьте их к луку и обжарьте вместе 3 минуты, не забыв посолить и добавить перец. В миске сметану взбейте с яйцами, также добавьте соль и перец по вкусу, смешайте эту массу с гречкой и грибами с луком, все перемешайте. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Переложите блюдо в жаропрочную форму, смазанную маслом, и поставьте в духовку на 15 минут при 180 градусов. Приятного аппетита! Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. А теперь ингредиенты. Гречка, 250 грамм, шампиньоны, 200 грамм, репчатый лук, 1 штука, яйцо, 2 штуки, сметана, 3 столовые ложки, оливковое масло, 2 столовые ложки, соль, по вкусу, черный молотый перец, по вкусу, количество порций, 4. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Жду снова и желаю вкусного дня!